Добрый вечер. Конечно, мы продолжаем серию речи о качестве игры и плохих результатов. Просто мне непонятно, и, может быть, понятно, да, может быть, я виноват, что игроков, которые хотят только футбол играть, не хотят двигаться. Поэтому, ну, в смысле, я должен посмотреть на это. Конечно, игра с чемпионом двукратный последний двух сезонов. Шахтёром команда, которая сыграна, команда, которая знает, что играть. Конечно, мы знаем, что ведущие игроки остались дома. Но это всегда шанс для ребят с скамейки, которые здорово сегодня сыграли и были лучшей командой. Может быть, золотое очко для нас, за выход шестерку, еще при игре до конца полсезона, поэтому мы постараемся хороший результат сделать на въезде в Артёк, и потом дома ездить и в ЖТСУ. Посмотрим, сколько очков наберем и как можно рассчитываться на эту сезон. Смотрим будущее. Все без находу. Сколько строится команда, еще не сыграно. Но с другой стороны, это не выговор, потому что некоторые игроки то, что показывают, за те условия, которые у нас, конечно, есть. Я им сказал, что если вы проводите на конкретно, это не значит, что останется здесь. Это мое дело, я выяснил за них. Тише. И поэтому буду к ним приступать, к некоторым очень строго. Что касается Шахтера, желаю ему во вторник удачную игру. Команда хорошая, есть, конечно, шанс на выход, поэтому спасибо. Поздравляю их с хорошей командой, с хорошим тренером, с другом. Пусть всего хорошего Шахтеру во вторник. Спасибо.